يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلت عدي بن حاتم, عدي بن حاتم, عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي, الطائي تويس его племя, да? الطائي умер он в 68 году. قال, он сказал: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجل تحت وسادتي عقالين, عقالا أبيض وعقالا أسود, أعرف الليل من النهار. ذكرت عدي بن حاتم что когда был ниспослан аят «Хатта ятабайяна лакуму лхайту лабьяду минальхайту ласвади минальфаджр» «Пока не станет явным для вас белая нить, отделившаяся от черной нити минальфаджр на заре». Когда было ниспослано это, сказал ему Ади ибн Хатим, то есть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Ади ибн Хатим: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, я поместил у себя под подушкой два икаля». Икаль, то есть веревка. Чаще всего икаль – это веревка, которая завязывает животное. Хорошо, икаль называется. Я два икаля у себя под подушкой поместил. Икаля. Икаля набил. Белый икаль, белую веревку. Икаля асвад. И черную. И я узнаю посредством этого, то есть ночь и день. Посредством этого я различаю ночь и день. То есть, когда уже день, значит, я уже могу понять, какая веревка белая, какая черная. Могу различить уже цвета этих двух веревок. До этого не могу, пока ночь, да? Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям: «Инна висадатака ля'арид, иннама хуа саваду лейль ва баяду нахар». И тогда сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Поистине подушка у тебя широкая». Это не иначе, как чернота ночи и белизна дня. То есть это белая нить отделится от черной нити на заре. Имеется в виду, что саваду лейлю ваяду нагар — чернота ночи и белизна дня. Вот о чем речь. То есть если бы вопрос был в том, чтобы взять две веревки, то есть если речь идет о двух веревках, хорошо, которые нужно положить под подушку, то тогда тебе нужно очень, ты нуждаешься в очень большой подушке такой, чтобы поместить под нее вот эти две вещи, о которых идет речь в аяте. Тебе нужна очень широкая подушка, которая охватит собой горизонт. Потому что белая нить — это не вот эта веревочка, которую ты держишь под подушкой. Да? И черная нить — не эта веревочка, которую держишь под подушкой. Это аль-хайт, то есть нить, имеется в виду вот эта полоса, которая на горизонте бывает. Поэтому, чтобы горизонт под свою подушку с этими нитями зари, белизны дня и черноты ночи поместить себе под подушку, да, тебе нужна такую подушку, которая так охватит весь этот горизонт. То есть должна быть очень большая подушка. Очень большая подушка. Но не это имеется в виду здесь, а имеется в виду белизна дня и чернота ночи. Ан-Науи говорит, рахмаллаху та'аля, сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ади, Ади ибн Хатим, я Расуль Аллах, посланник Аллаха, да, я поместил под подушкой две веревки, одну белую, другую черную, я узнаю так день и ночь». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, значит, у тебя подушка «Инна висадака ля'арид», или можно другая версия «Инна висадатака», то есть уже что «ста», да, «ля'арид», твоя подушка широкая. Потому что речь идет не об этом. Смысл этого хадиса. Улема дают разные шархи. И, конечно, самое лучшее, говорит он, указывает на него Кави Аяд, что он, кто он? Кто сподвижник? Ади ибн Хатим. Взял две веревки, положил их под голову. И так он понял аят. Так он понял аят, потому что ему пришло в голову, он так понял, пришло на ум, что здесь имеется в виду вот эти две веревки. Пока ты не различишь их друг от друга, черную от белую, ты не начинаешь поститься. До этого времени можешь есть и пить. И так делал не только он, так сделали еще другие люди. Это будет в следующих версиях, разъясняется. И потом был ниспослан аят, дополнение к этому аяту. Аллах субхану ва тааля ниспослал «Миналь фаджр».
То есть черная нить, белая нить отделится от черной нити миналь фаджр, то есть на заре, имеется в виду заря, фаджр. Тогда они поняли, что имеется в виду белизна дня и чернота ночи. Они имеются в виду то, о чем они подумали. А некоторые говорят, нет, это вот так было сначала, то есть белую нитку от черной нитки действительно вот так вот брали, смотрели, так было сначала, такой был хукм, потом произошел насх, то есть аннулирование его уже на то, что нужно просто отделять белую полосу от черной полосы, когда отделится, тогда начинается пост, смотреть нужно на горизонт. Некоторые так поняли, но это неправильно, не было такого, что сначала надо было на веревке смотреть, а потом Аллах смотрел, заменил это признаком на горизонте, да, на небе, нет, не так. Поистине имеется в виду не иначе, как что? Что тот, кто сделал это, тот, кто так понял, это были люди, либо которые немного общались с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Ади ибн Хатим, он поздно принял ислам, да, приехал пророк, алейхиссалату ва саллям. Или это люди из бедуинов, например, люди, у которых не было знания религии. Или те, у кого, ведь арабские диалекты разные были, у кого в их диалекте под словом хейт нельзя было понять ночь и день. У них понималось вот только эта веревка и все. Хорошо? Потому что арабские диалекты разные, значения слов иногда бывали что разными. И в некоторых арабских наречиях или диалектах, или они говорят языках, да, в некоторых арабских языках, да, хейт означало не веревку, а только означало, что и вот эту белизну, черноту, то есть ночи и дня, правильно? И могли поэтому понять так люди, у которых в языке не было понимания слова хейт, как день и ночь. Потому что ясное дело, что если было бы так, Пророк Сусам сразу бы разъяснил. Пророк Сусам разъяснил это, правильно? То есть это значит, либо люди, которые немного общались с Пророком Сусам, либо у которых не было знания, либо бедуины, которые приехали, они могли так понять, либо у кого в языке что-то не было такого понимания. А иначе разъяснение хукма в отношении Пророка Сарату Сам, откладывание его было недопустимо. Понятно? Было бы недопустимо. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он и высказал вот такое вот порицание в виде такой шутки ему. То есть Ади ибн Хатим сказал, значит, у тебя подушка, она очень широкая. Потому что речь идет о белизне дня и черноте ночи. Вот в этих вот словах, вместе со словами пророка, алейхиссалату вассалям, саваду лейль, вабаяду нага, чернота ночи, белизна дня, здесь довод на то, что между... Что после фаджра уже наступает, после фаджра наступает нагар, наступает день. Понятно или нет? То есть после фаджра это время уже считается чем? Относится к чему относят? К ночи или к дню? Кто-то скажет, ну темно еще, например. Но относится к чему это уже? К нагар, к дню, это далиль. Это далиль, это очень важно на самом деле. Хадис указывает на то, что после фаджра, после восхождения утренней зари, уже наступает нагар, то есть день, это не относится к ночи, и нет какого-то промежутка времени, который ни туда, ни сюда не относится, говорит Ан-Науи, рахимаху Та'аля. И потом он приводит слова Ияда, вот эти слова, «Инна высадок аль-арид», «Поясни подушку твоя широкая», смысл этого, что ты вот так поместил под подушку твою две веревки, хорошо? Если бы ты поместил те веревки две, которые имел в виду Аллах, Субхана ва Тааля, то есть день и ночь, то значит такая подушка, которая вот так вот покрывает их, и тогда, если будет покрывать день и ночь подушка, то значит она должна быть очень большой. И вот этот смысл. Потому что другая версия сказана, в ней сказано «Инна каля'ридуль кафа», значит у тебя очень большой затылок. Ну, соответственно, если у тебя такая подушка, в соответствии с подушкой должен быть что? Ну, и затылок такой тоже большой. Хорошо. Некоторые говорят, это как бы был намек со стороны пророка алейхиссалату вассалям на неглубокий ум. Хорошо. Или что-то в этом роде. Или что это ты, значит, много ешь тогда, если ты ешь до тех пор, пока не различится от тебя свет, цвет черный от белого света, пока не различится. Ну, это когда уже ты можешь различить белое от черного? Не, веревки. Когда уже, ну, совсем светло должно стать, да? Значит, ты очень долго ешь или долго спишь. Это имеется в виду. Так некоторые понимают. Но это неправильно. Это неправильно. Пророк сам не указывал тем самым на какой-то там недостаток ума там, или глупость, или что много ел, или много спал. Не на это указывал пророк алейхиссалату вассалям. Это была шутка со стороны пророка алейхиссалату вассалям, чтобы объяснить,
что если бы, если бы ты эти веревки, которыми я туда Аллах Субхану Тааля, поместил бы под подушку, должна быть очень большая подушка у тебя. Да? Это имеется в виду здесь. Разъяснение со стороны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это вот важное правило. Аят указывает на что? Что призывающий к Аллаху, он должен начинать прежде всего со своих близких, со своей семьи. «Ванзир аширатак аль-акрабин». Аллах Субхану Тааля говорит пророку алейхиссалату вассалям, «Увещевай твоих ближайших родственников». А то, что делают некоторые люди невежественные, оставляют своих близких, своих домочадцев, своих родственников, которые... жители своей местности, которые находятся в заблуждении, пребывают в многобожии и едут куда-то далеко, за 3-9 земель, едут туда, чтобы призывать людей. В то время как свой народ и свои близкие, свои родные, иногда своя мать, свой отец находятся в неверии или в грехе. Это несовместимо с сунной, это противоречит сунне пророков, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и всех пророков, начинают со своих близких. Неужели вы приказываете людям благочестие, оставляете самих себя, в то время как вы читаете Писание, неужели вы не разумеете, говорит Аллах Субхану Тааля. Итак, Ибрагим начал со своего отца.